практике психологов очень часто встречается такой момент, что люди приходят и говорят: мне нужно поднять свою самооценку, у меня низкая самооценка, что с этим делать? На самом деле с самооценкой делать вообще ничего не надо, потому что мы путаем два разных понятия – самооценку и уникальность. Самооценка – это тогда, когда мы берем и сравниваем себя с кем-то. Да? Или мы начинаем сравнивать себя с каким-то собой в другие отрезки времени. Каким я был, каким я стал, каким я буду. А универсальность – это принятие себя без всяких оценок и без всяких сравнений с кем бы то ни было. Даже с собой каким-то прошлым или, возможно, будущим. И уникальность, она хороша чем? Какая бы ситуация ни происходила, ты в ней остаешься в принятии себя таким, какой ты есть. Если, например, ты выходишь на аудиторию, начинаешь что-то говорить, и в тебе страх поднимается, и ты думаешь: о, я какой-то не такой, я не так выгляжу. Супер! А в этом сейчас проявляется твоя уникальность. Да, ты боишься. И не надо смотреть на другого оратора, который выходит, хорошо говорит, ручками машет, ничего у него нигде не дрогнуло. В этом его уникальность, смысл сравнения. И до тех пор, пока мы будем себя с кем-то сравнивать, мы будем оставаться вот в этой самооценке. Забываем самооценку, отодвигаем ее в сторону, вспоминаем о том, что каждый из нас, сколько бы миллиардов людей у нас на Земле не было, каждый отдельности в этом миллиарде уникален чем-то. И это можно доказать самым обычным способом, да, об уникальности. Хотите за 5, нет, за 3 секунды мы сейчас с вами увидим, что вы уникальны и я уникален. Раз, два, три. Берем руку. Можно правую, можно левую. Подносим в зону видимости глаз и смотрим на рисунок на своем большом пальце. Здесь лучше всего на большом видно. Можно и на других пальцах брать. Вот этот рисунок ни у кого не повторяется. И это очень классный такой якорь, который может помогать в любой ситуации. Что-то происходит, и вы начинаете думать: о, я какой-то не такой. Ага, включилась самооценка. Самооценка, да, свидание. Включаем уникальность, смотрим на свой палец. Да, я уникален. В том, в чем я сейчас проявляюсь, то, что я сейчас делаю, в этом моя уникальность. И я всегда иду своим путем. Я сейчас говорю о себе, но это каждый, кто смотрит и слышит меня сейчас, может сказать относительно себя. Смотрим на палец большой руки. Вот она, наша уникальность. Я уникален.